Сегодня 13 января 2015 года. Здравствуйте. Человек не дошел домой. Живший на микрорайоне. Я Ой, сарай, видите, что здесь произошло? Вот у меня все это было. Вот. Вот, вот до этого было все сливная яма. Видите, что? Вон окна. Рулик, видишь, что там не отрывается? Не, она там как-то дальше идти, еще одну, я сейчас там покалью. Постойте, пожалуйста. Осторожно, медленно, медленно, медленно. Давай, 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 давай. Колесо выкручивай. Выкручивай колесо. Сейчас. Давай, медленно. Давай, 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 давай. Стой. Класс. Мы побывали под обстрелом. Вот наша машина. Нам разбили стекло. Огромное спасибо миномету. Вот как раз попадание. Чуть оглушило, но ничего, живы будем. Сейчас снаряд града. Этим же залпом был. И практически уничтожена машина пожарная. Нас только поглушило немножко. Ну что, живые. Что продолжаются обстрелы. Нет. Это другое. Попала почти в пожарную машину. Знаете, возле. Видим машину, возле которой взорвался град. Здесь был ранен один. Здесь ранен пожарный. Один пожарный. Такая у них нелегкая работа. Да. Ой, можно его позвать? Я ему денег.